«Мы есть у тебя, Россия». Фестиваль-конкурс под таким названием прошел в Северском доме культуры. Фестиваль посвятили творческим достижениям людей с ограниченными возможностями здоровья. Я очень надеюсь, что наш фестиваль в следующем году соберет еще большее количество участников, что вы своим жизненным задором обязательно привлечете в ряды поклонников искусства все больше и больше жителей Северского района. С праздником здоровья, счастья, благополучия, света, мира, тепла и добра. Добрый час! Конкурсанты представили свои работы в нескольких номинациях. В номинации «Поэзии любимые строки» первое место занял Владимир Белоусов. В номинации «Я мастер» – Кристина Симонова. Лучшей в номинации «Мне песня жить и любить помогает» стала мужская вокальная группа, представляющая Черноморский дом культуры. В номинации «Я автор» победил Александр Маляревский. Все они получили дипломы и памятные подарки. Огромное спасибо, конечно, организаторам этого замечательного события. Все мы, конечно, имеем какие-то физические недостатки, но у нас преимущество, мы творческие люди, мы стремимся создавать прекрасное произведение для наших окружающих, для наших товарищей, друзей. И дай Бог, чтобы это продолжалось как можно дольше. Спасибо. Фестиваль-конкурс «Мы есть у тебя, Россия» проходит уже не первый год и объединяет самых творческих людей с неограниченным желанием жить и добиваться успехов в любом деле.